А есть какой-нибудь еще другой розыгрыш его? Кузнецова? Это вообще он? А, мужчина, тогда не Кузнецова. Сонга. А это замедленная съемка? Звукозапись. Надаль. Да. Рафа, что ли? По-прежнему оставим на Кузнецова. Ты уверен, что это не Кузнецова? Надаль я не узнал. Дель Потро. Господи ты, боже мой, ну это кто-то, наверное, не вот сильно такой популярный, мне кажется. Чилич какой-нибудь. Шарапова. Ну это реально как будто, знаешь, как будто просто на этот фон включили подачу Марии Шараповой со 140 децибелами. Это Марат Сафин? Ну я так и знала. Ай, ну черт. О, нашли кого вспомнить. Маш. Yes! Маш, я узнаю всегда. А, ну тут чтобы, знаешь, чтобы меня подловить так. Включите мне Шарапова. Мария. Шарапова. Мария Шарапова. Yes. Не свет ли Кузнецова? Что-то знакомые. Тоже она. Меня знаешь, Вика? Виктория, да, да. Как это ни странно, как бы они не соперничали, а звуки-то похожие. Вика, ну как же. Уверен, что все отгадают. Наши ценители. Виктория Азаренко. Азаренко. Брюс Уиллис в «Крепком орешке 3». Серьезно? Здесь вообще есть звук? Винус, наверное. Вот это Винус. А, сирена, сирена. Да. Сирена? Да. Сирена Вильямс. Ни с чем не перепутаешь. Мальчик? Опять девочка? Очень на свет похоже, но кто же это еще может быть? Франческо Скивона? Винус. Да. Винус, может быть, тогда? Да. Я вот вспоминаю, сестра ее кричит, но я скажу Винус. Винус. Винус, Винус. Родная.